Глава Калмыки Бату Хасиков провел прием граждан по поручению президента Российской Федерации, на котором рассмотрели обращение об оказании содействия в строительстве пристроек Русской национальной гимназии имени преподобного Сергия Радонежского. Проектная мощность действующей школы рассчитана на 704 обучающихся. Из-за загруженности часть ребят занимаются во вторую смену. Строительство пристроек позволит создать дополнительные 225 мест для обучающихся в густонаселенном южном районе города. Бату Хасиков отметил, что работы планируется начать уже в ноябре в рамках национального проекта образования. На данный момент проектно-сметная документация на стадии разработки. Ход строительства буду держать на личном контроле, ведь при создании достойных условий для наших детей не должно быть никаких погрешностей, подчеркнул глава региона. Он также добавил, что численность населения южного района Листы активно растет, поэтому этой части города уделяется особое внимание. Это и пристрой гимназии, и строительство новых дорог, и ремонт старых, возведение социальных объектов. Совсем скоро тут появится физкультурно-оздоровительный комплекс, а также новая современная школа, добавил Хасиков.